Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я запишу для вас очень важную программу очищения и заполнения полей, энергетических полей, энергиями безусловной любви. Все мы с вами живем в непростое время, время сложное, и, к сожалению, уклад нашей жизни сейчас предусматривает в отношениях между людьми все меньше и меньше любви, а больше и больше практичности. И человек, постоянно у которого отсутствует энергия этого качества, очень сильно страдает. Страдает бессознательно. Отсюда возникают такие пороки, как алкоголизм, как наркомания и так далее. Жестокое обращение к ближнему своему, к животному. И вот эта программа, она будет в себе содержать как энергию очищения, потому что невозможно заполнить любовью то, что грязно. Мы должны убрать всю грязь и после этого заполнить ее чистыми энергиями. В основе своей работа будет идти со второй, с четвертой и шестой чакрами, которые будут соединены в некой энергетической конфигурации, которая отбросит все препятствия, все «но», уберет двойственность и соединит вас с миром в одной единой архитектуре любви. Итак, мы начинаем. Thank you.
Thank you.
Благодарю вас, мои дорогие. Всего вам хорошего, радости, любви. И если вам нравятся наши техники, милости просим, приходите к нам в школу. До свидания.